Ты была отличным компаньоном, но... Теперь я убью тебя! Что? Договоренность, заключенная нами 4 года назад, больше не в силе. В тот день ты сказала мне... Если я приведу тебя к Панеглифу, то ты скажешь, где спрятано оружие. Те 4 года, что ты провела в Барак Воркс, твой интеллект и командные навыки были превосходными. Мне было этого достаточно. Ты была полезной женщиной. Тем не менее, под конец ты не сдержала своего обещания. На Панеглифе этой страны нет ни слова о местонахождении Плутона. А если подумать... Может, ты изначально не собиралась говорить мне, где Плутон? Но я не держу на тебя зла. Знаешь, почему не коробит? Кретин, я работала на тебя 4 года. Я всегда знала, что ты так поступишь. Море большое! В один день не сомневаюсь. Ты обретешь макаба, который постоянно за тебя. Почти получилось, если бы не одно «но». Я могу меняться местами со своей тенью, когда захочу. Робин! Робин Чуан! Увидимся. Понимаю, как ее раздирает изнутри. Как больно ей расставаться со мной. Я знаю, что это правило, но позволять им захочу. Робин, невыносимо. Робин! Идиот! Прекрасно на вас смотрится, темноволосая красавица! Вы всегда надеялся, что вы присоединитесь к нам! Нет, она пользуется успехом! Кажется, Робин уже сдружилась с новой командой! Да я ей с самого начала не доверял! Что вы говорите? Робин в нас верит! Наверное! Нами сам права! В следующем матче я верну Робин обратно! 20 лет назад он забрал все, что у меня было! Я убил всех, кто был мне дорог. Одним ударом. Вызов 5. И вот он вновь. Готов прийти в мою жизнь, нацелившись на дорогих моему сердцу Накама. Чем больше я хочу быть вместе с вами, тем большая опасность здесь угрожать вашей жизни. Сколько бы я ни путешествовала, меня везде будет преследовать мой враг. Мой враг это... И его тьма. Теперь, когда в этом замешаны Аокидзи, я больше не могу втягивать вас в это. Если я уйду с вами, то рано или поздно. Вы все же увидите во мне обузу. Однажды я стану вам бесполезна, и вы выбросите меня. Этого я боюсь больше всего. Поэтому я не хотела, чтобы вы спасали меня. Чем жить в страхе потерять главное в моей жизни? Я лучше умру прямо сейчас. Я смотрю, мы на ком ты столкнулись с острова. Да. Вот и хорошо. Частица собралась. Сейчас получишь. Не направляйте на меня эти штуки. Я же говорила и раньше, а? Мистер Мечник. А, ты здесь. Вы не против, если я пойду с вами, мистер Фехтовальщик? А? Иди, если хочешь, только не мешайся под ногами. Думаю, надо прикончить эту девушку. Жестоко ты со мной поступила. Великолепно. Вчера ты отлично справилась с заданием. Молодец, Ника Робин. Было просто? Конечно. И теперь тебя ищут по всему городу. Да. Но это временно. Куда важнее сегодняшняя ночь. Мы совершим повторное нападение на айсберга. Ввиду сложившихся обстоятельств, можешь спокойно уничтожить все улики. Именем CP9, сегодня ночью мы заберем их.